Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь следующее видео с вебочкой. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, и это не сегодня у нас новые полицейские погони в Лего-Сити. Привет всем, господа хорошие! Короче, ребята, сегодня у нас есть мини-история. Недавно в Лего-городе построили новый Лего-банк, и, короче, воришка сразу же решил его ограбить. Поэтому пока вот этот толстый, пухлый любитель пончиков стоит и смотрит на меня, я пошел грабить бабки. Ну давай, давай, просто попробуй ограбить. Куча бабла, просто куча бабла по всем карманам, просто суем. Тут, кстати, охеренный сейф, тут столько ячеек, господи, это все мое, я просто купаюсь в бабках. Давай, 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 тебя сюрприз ждет в машине. О нет, ты убил полицейского, ты будешь наказан. Я буду наказан, да. Это, кстати, был не полицейский, это какой-то ненормальный залез в мою машину. Ой. А как это я сделал? А я же за рулем сижу. Это что за телепорт полицейский? Это что было сейчас? Это как было? Я просто телепортнул тебя вместе с тобой. Сидеть, ебать. Слушай, ну нормальная тема такая. Ну. Слушай, это было неожиданно. Брикрикс удивляет с каждым днем. Ребята, погоня у нас по новой теме. То есть полицейский, если начал таранить потерпевшего, то потерпевший не имеет права восстанавливаться, а полицейская машина может восстановиться 3 раза. Потерпевшего — это нечто. Потерпевший. Ну ты же меня врежешься, так что я потерпевший буду. Нарушитель, уж ладно. Ну ладно, да. Ну я потерпевшим, то тоже автоматически становлюсь, если ты меня въезжаешь, так что это. Ты потерпевшим полицейским становишься. Да? Потерпевший полицейский. Полицейский терпила. Давай, 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 терпила. Ты что, катаешься по городу уже, нет? Да я тебя уже ищу. Да, а у меня, короче, машинка стала быстрее ездить как-то. Да? После телепорта. Это, слушай, это что-то невероятное прям. Господи, ты прокачал мне мой гольф. Оба! О, господи, мент здесь, пацаны, валим, 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 ментяра приехал. Ты кому орешь-то? Всем. Господи, ты что здесь делаешь? Ты как так быстро приехал? Ты один же вообще, кому ты орешь? Тебе, я помогу. А ты что такой шустрый, слушай, это что у тебя за полицейская говняха такая шустрая? А ты что думал, у нас что, будет медленная тачка? Ну да, я рассчитывал, что вы на говно транспорте каком-то. Да, конечно. А вы видел ментов на говно транспорте. Ну, вов за себя. Ага, не залез. Отлично. Даже не стал залазить? Даже не стал, но это хорошо. Так что, короче, маленькая машинка имеет свои преимущества небольшие. Мой маленький миниатюрный гольфик. Опа! Здорово, братка. Ой, как он красиво врезался. Господи. У тебя двиган отлетел, братан. Нет. А чей двиган выпал? Я не знаю, наверное. Там движок отлетел, я тебе говорю. Я не знаю, но я еду, по крайней мере, на воздухе, может. Я не знаю, ты маг какой-то, телепортируешь меня. У тебя реально двигло выпало, даже поехать посмотреть можно. Представляешь, полицейский маг. Полицейский маг. В третьем поколении. Блин, у меня, короче, только переднее крыло отлетело после того, как ты меня врезался. Вот же, смотри, двиган где? Или нет? Где ты там двиган увидел, там нету его. Переворачивайся. Переворачивайся, говорю! Тихо, тихо, тихо! Товарищ полицейский! Вот так тебе держать. Тихо, тихо, тихо. Опа! Опа, я на месте. Господи. Это было красиво, кстати, красиво ушел. У тебя там что-то из машины торчит. У меня писюлька. Писюлька? Что-то она слишком большая, длинная для писюльки. А ты думал, что? Это дубинка, скорее всего. Полосатая, черно-белая. Я не знаю, у кого какая. Может, это просто зебра? Или конь педальный разукрашенный? Да господи! Просто у меня уже крыша отлетела. Да, я вижу. Господи, смотри, что делать. Мантит. Манцуй, братан. Ты слышишь, манцуватель. Манцуватель. Почему у тебя машина не разрушается? Я не знаю, да. Она офигенская, я тебе серьезно говорю. Да, какая нахрен она офигенская? Это просто рассинхрон, по-моему, с бриком. Так ты врезаешься в меня, это тоже нормально. Так вот именно, что я врезаюсь, тебе повреждений вообще нету. Ну, у меня вон переднее крыло отлетело. А у меня вообще вся машина разбита нахер. Но это качество, это сборка. Да, да, качество, сборка. Так, давай, сейчас... На тебе, господи! Вот, ты видел?
видел? Что творится? О, а ты куда улетел? Так ты взорвался, а я дальше поехал. Так я тебе говорю, смотри, ни одного повреждения тебе не нанес. В смысле? У меня... Не может быть такого. У вообще. Меня заднее стекло лопнуло, короче, и бампер у меня лопнуло все. А ты знаешь... Ты вообще пропал-то, господи. Знаешь, что больше всего любят азиаты? Чего? Бабки. Бабки? Много бабок. Почему? Потому что я их выношу. Господи! Споткнулся, не добежал. Споткнулся, упал вниз, да? С бабками споткнулся. А, с бабками? Прямо в банке. Просто сдох. Я понял тебя. Бабки он. Ну-ка, интересно, а угла смогу выкрутить? Нет, на нем не смогу, наверное. Ну, слушай, он не перевертыш. То есть, если учесть, что он на большой скорости он прыгает как бы из стороны в сторону, то этот все равно он не этот. Ну, так сильно не переворачивается. Но, господи! Слава тебе, господи, хоть что-то отпало у него. Господи! Минус просто перед машиной. Эй! Бессмертный, что ли? Что случилось там? А я лечу, блядь! В смысле? Прямом, я вышел с машины и вылетел. Ой, братиш! Братиш! Господи! Это похоже на окушку кабриолет теперь. Да-да-да, кстати. Очень сильно... Эй, ты в меня попадаешь. Да ладно тебе. Господи, давай едь уже за ним. О, что там с тобой? Я вышел из машины в 3 километрах от нее. А я вообще взлетел, когда вышел от нее. Да сразу выпрыгивает из машины, ты посмотри на него. Полицейский win, ёпсель, win. Просто пристрелил, понятно. Забрал пушку. А что сделать с твоим еще этим пикапом, ёпсель? Ой, он остановился вместе со мной. Ну он охеренный, он прочный, вот смотри. Может даже он выстрел базуки выдержит, но это не точно. Да, хрен он выдержит его. Хотя он эмпу не выдерживает. Да. Не, ну все равно интересная машинка. Гольф что надо. Это а про... Подожди, а если я буду стрелять с эмки? Все отлетает. Просто смотря куда попадает. Это, короче, прокачанная АК, я тебе говорю, на стероидах. Просто как-то вот так. Ну что ж, ребята, немножко потравили полицейского, но все равно получили свою заслуженную пулю в лоб. Вот так вот сразу надо было просто бам-бам, и все, и нету, короче, машинки. Ну да. Так, ну что, продажа такого, будешь бабки грабить в банке? Я нет. Да-да-да. Я честный. Видел я таких. Ладно, ребята, продолжаем дальше. Первый, говорит база, у нас ограбление банка, придите все, кто может. Какую-то невидимую дверь поставили в банк. Невидимая дверь? Ну мы уже, короче, летим, в банк. А, уже летите? Конечно. Ну, я поехал, я без ограбления тогда. Без ограбления? Я туда не могу зайти. Ты, короче, этот, запалил свою морду в маске, наверное. Господи, он свернул налево. Ну пусть типа такого будет. Ой, да. Твою ж бабку! Это, короче, удар свертухана от полицейского называется. Да. Кстати, а... У тебя а что, я уехал. Три детальки отвалилось только что? Я вроде хорошо заехал. Ну, да нет, ты мне чуть-чуть цепанул просто. Господи! Вот, кто-то там умирает уже. А, я на всем... Это, кстати, правильный выбор мента, что надо умирать. Я на всем ходу вышел из машины, машина врезалась в меня, перелетела через меня, убила меня в итоге. Ну, кстати, я машину не восстанавливал, она до сих пор едет. Потому что ты чуть-чуть меня кацанул, и у меня пол морды отлетело, ну точнее, бока. Ты на моей деталюшке вон едь, наезжай, тебе весело будет, я уверен. О! О, здорово. Да. Опять этот же бок поставил. Какого хера ты вообще едешь, я не понял, там со всей дури приложился прям вообще. Нормалайзен? Нормалайза? Это что за нормалайза? Наркоманца. Да. А мне вообще восстанавливаться нельзя, да? Нельзя. Вообще нормальная тема. Нельзя. Только через У, если она едет. Конь железный. Господи, ну он перевертыш. Он без крыши остался теперь, понятно. Опа, братан, здорово. Ого. Наш! Ага. До свидания. До свидули. А это у тебя второе восстановление было? Я не восстанавливался еще, господи. У меня колеса пока целые, я просто на новую восстанавливаюсь. Ну, у меня, видишь, у меня крыши нет, у меня ничего нет. А как ты умер тогда? У тебя что, ничего не взорвалось, что ли? Ну, она не взорвалась, я вышел из машины, она меня задавила.
Смотри, как я тебя на изи догоняю. На... Я чувствую, я сейчас опять в машине умру просто. Автоподстава просто. Ты, господи, ты смотри на мою тачку. Это был джипик когда-то. Я вижу. Был джипик, стал не джипик. У тебя жопа тверкает. У меня тверк идет, да. И чё, господи, это чё отлетело, у меня или у тебя? Я не знаю, у меня вроде ничего нет, да. Чё это? Ты чё едешь сзади так, а? Я тебя хочу поймать на ошибки. Ты меня на ошибки? Может, ты тормознёшь, тебя развернёт, как там все дела? Ага, конечно. Присосался, смотри. Это машинная змейка, я понял. Да-да. Нам... О, кто там на ошибки попался? Ни хера, она дрифтит, слушай. Жестко-жестко. Все, минус колесо. Минус колесо? Минус колесо. Да, восстановился. Давай-давай. Просто минус колесо. Да-да. Ты как свинюшка сейчас запищала. А где ты есть вообще? А ты где есть? Да господи, что у меня перевертываться стало? Он стал, давай, не надо. Перевертываться стало. Перевертываться стала машинка. Ой, у меня какая-то херня отлетела черная. Черная херня? Это хорошо. А то она и херня черная. О, за роботом. Бандит. Ого, тебя откинуло. А ты какого хера вообще этот? Говорит, у меня машина не этот, не прочная. Я тебя еще перевернул. Ну давай, давай, атакуй, ёпси. Что у тебя там сверху стоит какая-то херня, наверное. А что, ты не едешь, что ли? Что-то да, как-то... Креновато. Так, ну, минус жопа. Ты пол жопы вынес. Да-да-да. Ну ты сам напросился, слышь? Слышь, ты сам напросился? Он, походу, за свою Шкоду этот мстит. Конечно, мщу, она новенькая была. Что ты там сзади присосался опять, а? Ооо, на дыбки, господи! Ну, просто... Ты видел, какая автоподстава, слушай. Прыгнул хорошо. Жестко, у меня крыша слетела нахер. Быстрее стой, умри! Братан, ты должен был умереть. Да ладно. Пошел ты нахер. Просто да ладно. Как укатил. Просто повезло. У меня в башке дырка еще. Да конечно, две даже. Банзай! Господи! Ты упал в яму, брат! Охренеть, она, конечно, там целая, но это уже третье восстановление. Да, это уже третье восстановление. Так, подожди-ка, что ты быстро восстановился, брат? Ну, Я еду. Неплохо так-то тебе. Блин, позорный. Не, ну моя мега-окушка, кабриолет, смотрелась лучше. Господи. Да ладно тебе лучше. Ты серьезно говоря, она лучше смотрелась? Она была... Офигенно! Эпичный! Так а у меня, посмотри, какой этот кабриолет-то стал. Вообще эпичный. Но, господи! Слушай, что это было? Чё, я врезался. А чё у тебя столько деталей-то отпало, слушай? У тебя там просто сзади, походу, падать уже нечему. На тебе в колесо просто. Ах ты ж тварь! У тебя просто там уже нечему падать, ты понял, чё? Но, господи, крыша отлетела. Я тебя довезу, брат. Но просто. Ты чё вышел? Чё вышел? Убивать-то вышел? 73%, господи. Табличка К9 осталась. Блин, ну это жестко. Так я сейчас подпрыгнул на твоих деталях. Блин, ты смотри на корпус этой Шкоды. Шкодница. Шкуры. Шкуры. Она охренеть прочная, серьезно говорю. А чё, она ездит сама, что ли? Ну, у меня, походу, двиган просто включен. А, я понял. Минус колеса. Ну, прикольно, прикольно, чё. Блин, ребята, ну прикольно, очень прикольная погоня. Даже вот кнопка Switch осталась, открыть двери, наверное, какие-то, но двери не открываются, потому что крыша вот, по полу валяется. Прям стихаймер сказал каким-то. Ну вот здесь вот такая машинка получилась. То есть здесь, в принципе, уже не машина, а просто каркас, ёпси. Да-да-да, а это твоя газует все-таки, да. Короче, ребята, вот такая полицейская погоня. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите, конечно же, следующее видео. Да, ребятки, всем пока-пока. Пока, ребят.